Лай, 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 лай. After this one and a half day, товарищи, после полутора дней, которые мы прошли, которые полны счастья и усилий, мы хотим добавить еще. Это то, что просили от нас, и то, что мы просим. Сегодня есть особая тема для собрания товарищей. Центр группы. Мы все вместе, вместе со всеми товарищами постараемся выяснить, что такое центр группы, потому что это все, что нам необходимо. Если нет центра группы, нет ничего. У нас был замечательный день, были трапезы, были различные мероприятия. Но эти мероприятия, в центре всего этого находится центр группы. Поэтому неважно, куда ты едешь, если есть товарищи в сердце, ты в центре группы. Сегодня решающий момент, как сказал товарищ. Мы должны раскрыть сердце и дать все, что есть в нас. Мы не оставляем ничего для себя. Первый товарищ, который будет говорить, это особый товарищ с очень сильным желанием. Я хочу представить Хосе из молодежной группы Испании. Hola, amigos. Hola. Shalom, Javerim. Hello, здравствуйте, друзья. El centro del grupo. The center of the group. Es центр группы. Lugar cálido. Is a place, a warm place. Ese lugar. Это место теплое. Primigenio, único. It's a primate and unique space. Al que mi corazón. Where my heart. Se siente. Это особое место, которое мое сердце чувствует, что оно стремится, это особый способ понять, что это особое место, где мы все встречаемся, и мы найдем все истинные ответы. Allí es donde realmente me encuentro really vivo. Find myself. Это место, где я нахожу себя. Que existo. There is where I know I exist. Porque es allí. Это место, в котором я знаю, что я существую. Donde encuentro. Is where I meet. Поскольку там la unión. Я встречаю, нахожу объединение, единство вместе со всеми, товарищами, вместе со всеми сердцами, которые хотят раскрыть Творца. Лехаим. Have you heard what Jose said? Вы слышали, что сказал Хосе? Слышали, что сказал Хосе? Для него это первый конгресс.
Can you feel his heart, such an importance, such a love, and such a power he brings to us? Они могут почувствовать его сердце, какую любовь, какую силу он дает нам. Это удивительно. Следующий товарищ раскроет свое сердце. Для него это тоже физический первый конгресс. Он искал ответ на вопрос о смысле жизни. Он искал окружение, в котором он сможет не быть один. И он нашел его здесь, в Вероне, вместе с мировым Кли. Это товарищ, который пытался приехать, у него были всякие помехи, но его желание приехать было настолько сильное, что он все преодолел, он приехал, и все, что он хотел, он хотел приехать только ради вас, ради того, чтобы передать вам свое воодушевление, рассказать вам, какие вы великие. Из Нортгемптона в Англии, Том Райт. Dear World Cli, hi. Дорогой мировой Кли, здравствуйте. I'm very humbled, and words cannot describe what I feel. Why are we here? Я чувствую просто благодарность за то, что я здесь. Нет слов выразить то, что я чувствую. Нет никого, кроме него. Он начало, и он конец. И без него не существует ничего. И благодаря ему мы все здесь, в этом чудесном месте, в этом замечательном месте, чувствуем эту силу. Он тот, который дал всему реализоваться. И даже нет слов, чтобы выразить ту красоту, которую я чувствую, это чудо этого момента. Все проблемы, с которыми я столкнулся по пути, все препятствия, которые Творец подставил мне, все ловушки, все это для того, чтобы точка в сердце действительно пробудилась, и я почувствовал все величие и всю красоту, которая есть в свойстве отдачи. И я преодолел все с помощью силы, которую он дал мне, с помощью силы, которую он дал всем товарищам. Я смог почувствовать. Это не что-то, что я учил в книгах. Я просто прочувствовал это. Эту силу единства. Нет никого, кроме него. И никогда не будет ничего другого, кроме него. Я никогда не чувствовал себя настолько счастливым. Это мой первый конгресс. Я могу так еще говорить и говорить и говорить. Я должен написать книгу о том, что я чувствую, что я пережил. Каждый товарищ, который здесь вставал и говорил, для меня это было чудом. Все товарищи всего мирового Кли, все усилия, которые они вложили. И каждый, кто приехал сюда. Просто я чувствую удачником за то, что я нахожусь здесь. Я надеюсь, что я смогу посвятить всего себя с полной самоотдачей ради Кли. Я не буду останавливаться. Мы будем идти, учить и распространять науку Каббала, насколько это возможно. И в этом причина нашего существования. Лехаим! Emptiness, and we'll never be alone.
Вот то, что нам нужно. И это то, что есть у нас. У нас есть друзья, и между нами радость, счастье. Нам хорошо, мы любим друг друга. Вы чувствуете тепло? Вы чувствуете это тепло, ребята? Друзья, это просто удивительно. Вы велики. На самом деле, у нас есть двое товарищей, которые говорили на собрании товарищей, они оба были новичками, и мы почувствовали важность и стремление, которое они придали Конгрессу. И этот Конгресс, который был предназначен для новых, но новые не могут быть без старичков. И есть у нас заслуга и наслаждение представить товарища. Он из маленькой страны на Восточной Европе. Что самое смешное, он учился в польской школе, он говорит на русском и живет в Литве. Это говорит о состоянии, которое у нас сегодня в Европе. Но есть у нас ответ. И ответ, что каждый товарищ находится в его сердце. Вот в чем дело. Я хочу передать ему микрофон, и пускай он добавит к тому океану любви, который есть у нас здесь. Итак, Гриша из Литвы. Мили друзья. My dear friends. Мои дорогие друзья, я чувствую, что это первый раз, когда я могу что-то сказать. Томас сказал все наоборот. Родился в Польше, учился в школе для русскоязычных, но я из Литвы. А у меня еще есть нос. And I have a nose. Но мы сегодня говорим о центре группы. But today we're speaking about the center of a group. И на этом месте должен быть не я. And in this place I can't have myself. На этом месте должен быть этот товарищ, который сидит сейчас точно напротив меня, вон там возле двери. Это Адомас. Встань, Адомас, помаши ручкой. And in this place is supposed to be my friend Адомас, who is standing by the door. Please stand up and wave. А ты прошал, аж продею кольбет вел русышкой. I'm really sorry, I started speaking in Russian again. Я просто извиняюсь, я снова перешел на русский. Я скажу о центре группы. Это этот человек? I'll tell about the center of the group. This is a person. Adam. И с него нужно брать пример, как нужно сделать центр группы. And from him we all have to take the example. What does it mean to be a center of the group? Когда наша группа была маленькая. When our group was small. Мы долго думали, собираться физически в центре или нет. We spent many hours thinking, should we meet physically or not? Rinktis tada, kada mūsų yra dviese arba trese. When there is only two or three of us, this is what was the question. Galbūt tai neverta.
Maybe there is no point to meet. Ir šitas žmogus pasakė taip. And this person says, aš būsiu čia nuo 3 iki 6. And he said that. I'll be Но этот человек говорит, он говорит, я буду здесь с 3 до 6 ежедневно. И не, меня не интересует, придет ли кто-то еще или нет. We received a special force here and today. Mes turime išnešti. We have to bring Мы сегодня получили особую силу и можем передать эту силу наружу. Мы должны сделать именно то, что сделал Адам. Я настолько воодушевлен от польской группы, которая приехала сюда на конгресс. It's a beautiful friends. I never felt and I never fought. Это замечательные товарищи. Я никогда не чувствовал, насколько эти товарищи, насколько товарищи из Польши велики. И эти товарищи уже поняли. За вас, дорогие друзья. Они сделали именно то, что сделал Адомас. Только ради вас. Только ради группы, ради центра группы. Только чтобы вы могли передать свет группе. Мы вас очень любим. Лыхаем. What's fabulous in a congress is that you meet all. Самое удивительное на конгрессе — это когда ты встречаешь разных товарищей с разными свойствами, у каждого свои пути, чтобы выразить точку в сердце. Я получил наслаждение последние полтора дня встретиться с человеком на самом деле исключительным. Он просто с того момента, как мы с ним встретились, я почувствовал, что он говорит из центра группы. Я не знаю как, но вот так. С теплом в сердце, постепенно поднял вот это ощущение в нашей десятке. Очень особый товарищ. И я бы хотел, чтобы мы послушали то, что он сказал нам о центре группы и то, что он почувствовал на конгрессе. Я вам представляю Ганса из польской группы. Well, at first I thought this is an impossible task. Сначала я чувствовал, что это невозможная, невыполнимая задача. Я приехал на конгресс, я сидел в десятке людей абсолютно посторонних. Десятка из Голландии разделилась, они сидели в самых разных местах. И я подумал, это не может сработать. Но сейчас, после полутора дней с вами, я чувствую настолько много любви, я столько пережил. Прочувствовал объединение, что я могу сказать только одно, что я думаю, что мы все добьемся успеха. Мы можем построить новую Европу. Мы можем объединить мир. И давайте сделаем это место, эту гостиницу, чтобы это, чтобы она стала маяком. Давайте сделаем это. Лыхаем.
great event wouldn't be happened without our great friends sitting Хорошо, друзья. И все это бы не произошло без друзей с мирового клипа. Давайте мы скажем, насколько мы любим их всех. Мы все одна семья. We are one big family. I would like to Мы все огромная семья. Я хочу представить еще величайшего товарища из нашей семьи. I learned what is the greatest friend from this friend. I know where is Я узнал, что такое великий товарищ именно по этому товарищу. Я знаю, какова его тайна. У него просто особое желание прикладывать усилия и навещать другую группу во время конгресса. И тогда, когда он с товарищами, делали такие усилия, чтобы сделать зеркальный конгресс переполненный любви, это давало мне огромное воодушевление. И сразу же он говорил о Роснении, что он делает Роснении, что он делает в своей стране. Он был один, он должен был раскрыть свое сердце. Это особый товарищ, он часть моей физической группы, и я рад рассказать, что в нем можно видеть образ истинного духовного борца. Я хочу представить вам Сана из Франции. Mes amis, my friends, друзья мои. Полчаса назад я не знал. Позовут меня или нет, и вот позвали меня, чтобы я вышел. Уже полчаса. Меня бросает то в холод, то в жар. И все мое сердце, когда я вижу все лица здесь, и часть из вас только что приехала, приехала, чтобы поднять нас на такой уровень любви в центр группы. Я хочу сказать вам, если вы там, в центре, вы сейчас почувствуете его присутствие здесь, в центре, любовь всего мира, вы сможете это почувствовать и дать также со всеми товарищами здесь, со всеми товарищами, которые вокруг в мире объединились по всему миру, вокруг нас, вокруг этого огромного сердца. Я хочу попросить у всех почувствовать, что происходит сейчас. Забудьте все. Забудьте все. Только почувствуйте сердце. Все вы здесь в одном помещении. Давайте разобьем все преграды, чтобы любовь прорвалась и наполнила все. Лехаем, друзья! Shevet Achim Gam Yachad Hine Ra'ah
Lechaim b'nei Baruch. Friends.